Создание центра промышленного интернета – не роскошь, а необходимость. За последние 30 лет машиностроение сделало колоссальный скачок в развитии. Внедрение компьютерной техники позволило повысить производительность станков в сотни раз. При этом оказалось, что подготовить специалистов к работе на новых машинах негде. В связи с этим, значит, ректорат нашего университета принял решение коренным образом изменить систему подготовки специалистов. И, несмотря на большие сложности финансирования, значит, организовать вот подобный центр. Для создания центра подключили всех – правительство, местные предприятия. Станкостроительный завод ДМГ «Море» предоставил 3 станка с ЧПУ. Но это только основа. Для полной работы оставалось закупить оснастку и инструменты. Сначала деньгами помог университет и правительство, дальше центр стал зарабатывать сам. Когда у нас появились возможности осуществлять механическую обработку заготовок на таких современных станках, к нам стали поступать заказы. Мы имеем хоздоговора на научно-исследовательские работы с местными предприятиями, ну, например, с механическим заводом, с Ульяновским механическим заводом. Сегодня центр укомплектован на 100%, работает на полную мощность, включает в себя 17 помещений, производственный участок, компьютерные классы и лаборатории. Везде новейшие технологии и современное оборудование. Они позволяют выполнять научно-исследовательские работы любой сложности параллельно друг с другом. Сразу 7 аспирантов сегодня трудятся над своими проектами. Стоит отметить, центр открыт для всех. Студент любого курса с любого направления может прийти и своими глазами увидеть, как работает современное производство. Все есть для того, чтобы обучать сотрудников предприятий, как мы уже делали, и также для студентов. То есть нет такого, что студент приходит, видит просто выключенный станок, ну вот, ребята, вот это станок, вот он крутится, вот он вертится. А теперь у всех студентов есть возможность прийти и увидеть, как реально работает производство, вплоть до того, что самим попробую себя в этом. Центр промышленного интернета в машиностроении – это возможность работать студенту без отрыва от учебы, по специальности. Трудоустройство официальное. Владимир Чистяков возможностью воспользовался и уже на 3-м курсе бакалавриата пришел познавать тонкости современного оборудования. Это возможность работать по специальности уже сейчас, пусть даже на полставки, но занять себя, то есть не просто где-то там прогуливать это время, а заниматься чем-то полезным и уже иметь какую-то финансовую составляющую. В планах у центра дальнейшее развитие. Открыть еще одну лабораторию аддитивных технологий. Максим Бажанов, Валерий Клочков, репортер 73.